Доброго здоровья, уважаемые посетители канала, в основном посетительницы. Итак, вот сейчас, буквально-таки в течение ближайших 5 дней, мы закладываем основы нового проекта под названием «Женский клуб». Ваши вот пожелания, названия и так далее. Вот мне на ум как-то пришло такое название женского клуба «Здравушка». Будем говорить, пишите свои пожелания. А именно, смотрите, следующее. Как назовем клуб? Потом просто-напросто мы сделаем голосование, чтобы все это было ясно и понятно. И у кого больше голосов наберет, то название. Далее. Как вы видите работу этого клуба? Со своей стороны, я хочу сказать так. Что вначале, знаете, что-то грандиозное такое не строит, а всегда надо начинать с малого. Я думаю, что вначале это просто будет плейлист под названием «Женский клуб», ну, там, «Здравушка» или как он будет называться. Вы будете писать свой оздоровительный опыт. Можете мне на почту. Можете непосредственно на канал в комментарии. Вот. И я буду это просто-напросто делать на основании ваших комментариев, видосики и выкладывать. Плюс, естественно, будут задаваться масса всевозможных вопросов по женскому здоровью, по поддержанию здоровья детей, семьи. То есть это все вместе связано. Можете вы на них отвечать, а я просто буду озвучивать на основании своего собственного опыта, допустим, как вы справились там с молочницей, еще чем-то, мастопатией и так далее, да? На основании своего собственного опыта, то есть я могу это. Если же у нас все, так сказать, получится и сложится, появятся какие-то возможности, то можно будет непосредственно ваши видосики вставлять сюда. И если все это дело получит, так сказать, какое-то широкое распространение, потому что людей, занимающихся вот именно, знаете, вот подлинным оздоровлением, а не просто забежал, там таблеточку глотнул, да и все, и побежал там дальше, и пускай там зреет онкология, пока я ее не знаю, не вижу, и буду, так сказать, ходить с молочницей, с грибками и так далее. Пусть она уже как даст, так даст. Можно тогда это уже все будет даже выделить в специальный YouTube-канал, где, опять-таки, из вас можно будет взять там и модераторов, которые бы там следили, кто там что там пишет, да, как бы сказать, руководили. Ну, и все так дальше. То есть вот такие вот у меня наметки. Значит, еще разок кратко повторю. Сделать сначала плейлист, и вы женский клуб. Значит, вы в комментариях сначала ставите ЖК, что это относится к женскому клубу ЖК, и дальше даете свой комментарий, чтобы я понимал, в какой там плейлист их выкладывать. Да, это первое. Значит, ваш собственный опыт. Далее, ответы на вопросы, как я буду отвечать, так и вы будете активно участие принимать в этом деле. Чтобы девочки, девушки, мамы, бабушки могли, как из достоверного источника, почерпнуть какие-то нужные им сведения и на основании и уже проделанного опыта их использовать. То есть это вот такая вот основная вещь. Здесь же можно взять, я, допустим, сделаем ссылку на целебную кулинарию, чтобы люди понимали, а как там, что там надо делать для того, чтобы наладить здоровое питание. Плюс библиотека моя всегда будет в доступе для... Она вообще-то для всех в доступе, но вот... Будут в доступе и напоминать будем женщинам, что есть и такие книги, если вы хотите там почитать. Ну, еще там что-то, опыт голодания, опыт еще что-то. То есть, высылайте свои пожелания,
высылайте свое название. Желательно, чтобы мы в ближайшие 5 дней все это закончили. Это самое благоприятное время для того, чтобы вот этот проект спустили на воду. То есть мы заклали, как корабль, на стапелях, вот, на верфи, а чтобы через 5 дней он уже и поплыл по волнам Ютуба, интернета и был полезным для всех. Кстати, если у вас есть там желание, особенно для женщин, которые живут за границей, я уже как-то делал такое предложение. Пожалуйста, вы можете на основании моих видео, вот, то есть вам ничего не надо, создать свой канал. Просто-напросто переводить эти видосы, которые вы считаете, что они вам понравились, вот они и нужны. И выкладывать, пожалуйста, все остальное мы с вами договоримся, так сказать, о дивидендах и прочее. Но важно начать. Начать, не думая там о деньгах, о прибыли или еще о чем-то. Вот сейчас начать надо. Плюс даже вот мой канал там взять и видео, которые вам понравились, там переводить и делать. И дело пойдет. А если мы ничего не начинаем, ну ничего не получаем. Ну примерно вот так я кратенько высказался. Люди вы грамотные. Я думаю, сообразите. Жду ваших предложений. Поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлик и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дает. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ, наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта бей. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-б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 ам